Всем привет! Продолжаю проходить Mercedes-Benz World Racing. И сегодня у нас событие, гонка на $2000. Ой, $2000, 2 миллиона долларов на кольце Хокенхайм. Вот. Как вы помните, прошлую миссию мы не прошли с вами под названием Классика, по-моему. Поэтому продолжаем дальше, а к тому, может быть, как-нибудь вернемся, если я найду выход, как его проехать. Ну... И вот так у нас будет, соответственно, обычное кольцо хокенхаймовское. Вот так у нас выглядит тачка. Это SLR. McLaren SLR. Когда-то McLaren был в составе Mercedes, а сейчас, конечно, уже нет. Глянем салон. Пушка, блядь. Просто. Тачка тоже пушечная. Разгон, конечно, офигенный. 200 валим уже. Вот это самая длинная прямая на Хокенхайме. Всех красные салоны. Прикольно. Вот этот поворот на самом деле немножко под наклоном стоит. Но здесь он просто горизонтально. Так, а у меня 4 круга аж мне нужно проехать. Ой, ё-моё, чуть в отбойник не улетел. А спидометр тоже до 330? Нет, до 360 спидометр, а здесь до 330 размечен. Ну окей, так значит не совсем точно. Худ повторяет приборы. Здесь хотя бы уже можно, блин, побеждать. Не то что в прошлом заезде, когда, блин, машина просто дерьмище вообще полнейшая. Есть машины хотя бы равные. Thank you.
что-то болтают еще там на трибунах. Так, это третий круг. Примерно 2 минуты здесь каждый круг уходит у нас на этой машине. Тормоза, кстати, ничего так. Самое главное, они без пробуксовки тормозят, то есть АБС у них есть, и он работает. Ой. Я что-то долбоёб прям. За это задумался, бля. Да, чуть, короче, не проворонил. Четвёртый-то круг. Ну, прямая пошла, и мы первые. Крутяк. О, блядь. Ох ты. Все набились. Миссия завершена. Все четко. Лучший круг у нас. Ну а на этом миссия под названием «Гонка на 2 миллиона долларов» выполнена. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте оставлять комментарии. И увидимся в следующих видосах и стримах. Всем пока!